Ребят, прямое включение из Е60. Я стою в пробке ради того, чтобы забрать глушитель в пятницу вечером. Ну, не совсем вечер еще. Смотрю комменты, которые вы пишете. Вот этот перекресток регулирует полицейские. Самое первое, что мы должны сделать, это что? Это поменять выхлоп на мотоцикле. Потому что стоковый выхлоп – это просто шляпа. В этом мне помогли Макс Мото. А где этот магазин вообще? Что я запутался? А, вон они, там. Как вам очки мои? Вообще чётенькие, да? Я заказал глушитель Макс Мото. Там была самая лучшая цена. Я ссылочку на них оставлю в описании. Сейчас заберу глушитель, поеду шлем куплю для второго номера, чтобы контент делать. А потом в кино. Может, вас это не сильно интересует, но мне нужно успеть еще к тете Люде постричь свои седые волосы. Это все от нервов, ребята, от нервов. Кушайте витамин Б, не нервничайте и просто кайфуйте. Honda Center. Раньше я сюда часто заезжал, когда у меня была Honda. Ребят, мне нужно купить шлем, потому что я вспомнил, завтра будет девичник в 11 часов, а потом мы едем в Стренчо. Там будет офигенная тусовка, будут прыгать через огненный круг. Короче, буду снимать для вас контент. Такой шлем на распродаже стоил 80 евро. Сейчас стоит 60. Пожалуй, куплю. Поставлю туда сену и буду контент снимать. Если не в этом сезоне, тогда в следующем. Ребят, девушка, которая продала мне шлем, она стеснялась, поэтому я его обрезал. Вот здесь вот дорогие шлемы, а этот по дешевке. В принципе, очень большой выбор. Можете приезжать в Honda Center и покупать. Смотрите, какие мотоциклы. Кстати, мой друг Виталий купил здесь себе новую Honda CBR 600 RR. А вот это мне всегда напоминает, знаете, Дельту. Не, Миник. О, Миник, Миник. Все, ребят, летим к тете Людочке. Она меня уже заждалась. Бедненькая. Привет. Ребят, приходите стричься к тете Люде, я телефон оставлю в описании. Все, прическа готова. Да, спасибо, пока. Стоп твое. Это жестко. Так, я проехал кое-как с горем пополам. Будьте аккуратны на дороге. Что за закон подлости? Вот когда ты всегда торопишься, какой-то гребаный поезд переезжает. Знаете, какого я долго ждал его уже? Зато мотоциклист, он стоит слева от меня. В кино? На мультик, да, поедешь? Да? Вот это вы должны взять в кино на мультик. Давай, давай, направо иди, направо. Сюда, за мной. Елена, сюда. Вон машина. Знакомьтесь, самый популярный блогер Анисия. Ссылочку на ее канал я оставлю в описании. Инстаграм. Смотрите, какая она довольная. Она едет в кино. Вся такая задрюканная, что-то там. Скажи что-нибудь. Я устала. Я 2 часа прошла 8 километров. Ребят, знаете, вот здесь мы встречаемся, да? Ну, это спот, его молодежь тусуется, и мы пойдем смотреть мультик. А что такое лицей? Наконец-то настал этот день, великий день, когда мы снимем вот этот батон. Сегодня 4 октября, 6 градусов тепла. Мотоцикл, напомню вам, 2018 года, BMW S1000R на полном фарше. Самое ужасное, я вам скажу, вот это вот, что они начали ставить здесь эту булку, этот пончик, как его еще назвать. А вот это здесь заслоночки идут у нас. Получается, смотрите, мы открутим просто, ну, по крайней мере, как я это вижу, просто откручиваем вот здесь вот, снимаем глушак, это откручиваем и ставим наш акропович. Здесь поставим потом большой пластик, который закроет эту банку. Если звук будет не очень, да, то мы, скорее всего, вырежем. Почему я не хочу убирать катализатор? Это катализатор, да, вообще, ребят? Если что, поправляйте меня, я не тех спец. Убирать вот этот пончик. Потому что здесь идут электронные заслонки.
Если я уберу это, то на низах он станет не таким уже отзывчивым. Я помню, я катался в Америке на таком же мотоцикле. Я тогда влюбился в этот мотоцикл. Вот такое вот решение. А сейчас мы послушаем, как звучит этот батон. Булочка, Акропойч. Кстати, ну, не так уж и плохо. Как бы, бывают глушители похуже. Реально, он уже мне начинает даже нравиться, если бы не вот эта фигня. По идее, можно даже было бы просто вырезать здесь внутренности. Здесь что-то вырезать внутренности. И звук бы уже был намного лучше. Так, мне нужно кого-то позвать, чтобы мне засняли, как я поеду с этим глушителем и потом с Акроповичем. Девушка? Девушка? Девушка, можно вас на минутку? Конечно. Мотохантерс, привет. Привет. Вы меня смотрите, что ли? Да. А, ясно. Да, хорошо. А можете меня подснять, как я поеду туда и обратно? Я вам телефон дам, только не убегайте, да? Так, ну фишка так, становитесь здесь и меня снимайте. Окей, спасибо. Спасибо. Так, странная какая-то немножко, ну ладно. Немножко перегазовочки перед тем, как мы заменим выхлоп. Ну а сейчас на ходу давайте посмотрим, как звучит. Многие скажут, да нахрена нам этот громкий выхлоп? Я уже делал очень много видосов на эту тему. Я считаю, что громкий выхлоп – это must-have на мотоцикле. Все, спасибо, удачного дня. Давай, бодрячком. Пока. Давай, пока, пока. Ну что, давайте вытащим это все. Покажу вам, как выглядит. Смотрите. Вот. Есть немножко, да, разница? Вообще такая маленькая. Вот как-то так это будет все выглядеть. Хм. Кстати, вот эту большую банку можно спрятать пластиком тюнящим. Сюда ставится пластик, ее не видно, как вариант. Вообще сюда можно поставить офигенный пластик. Карбона, много тюнинга на него, ладно. Оригинальный Акропович. Что у нас тут есть? Инструкции, наверное, должны быть. Ого! Смотрите, какая книга. Это что такое? А вот гарантия. Кстати, вот у меня вопрос, на GoPro крепление есть гарантия? Они просто ломаются одна за другим. Крепления, которые нам, наверное, нужны будут. И инструкция по установке. Постараемся сейчас все это быстро установить. Мне вообще это нужно? Ладно, давайте посмотрим. Смотрите, это так называемый утенок, да, Ром? А? Так называемый утенок, да? Ну, типа, да. Короче, вот этой штукой вы можете чистить выхлопную систему, она будет как новенькая. Ну вот смотрите, прошло, не знаю, примерно 2 минуты, я открутил 3 болта. Вот заслонки, кстати, внутри. А давайте послушаем, как он без глушителя звучит, точно, давайте. О-о-о! Сразу такой спортивный, да? Круто вообще, да, блин. Вообще огонь. Можно так ездить, в принципе. Ребят, если вы не хотите тратиться на глушитель, просто снимайте глушитель, и вот так можно ездить. Реально круто звучит, да? Вот эта фишечка, да? Газ чуть-чуть отпускаешь. Так, смотрите, вот это оригинальный болт, да, BMW-шный, это вот Акропович идет. Я оставлю оригинальный, потому что оригинальный будет намного красивее здесь выглядеть, чем
чем такой, да? Мне, по крайней мере, так кажется. Еще одна особенность. Этот глушитель не годится на BMW. Он на SRR годится, но только 17-18 года. Потому что у 15-16 года не было вот этого ответвления. Ну, не все еще потеряно. Руки у меня не совсем из жопы. Я прикрутил этот выхлоп. Хотя тут, наверное, любой ребенок мог его прикрутить. Ну, посмотрите, как круто выглядит. Единственное, вот это все портит, конечно. Но поставить пластик сюда, и все будет вообще огонь. Убрать вот этот хвост, сделать покрасивее, поставить карбончик. Давайте заведем, послушаем, как это все будет звучать. О, первые звуки мне нравятся. Мне кажется, разница налицо. Рома говорит, что прикольно, вот защитка эта карбоновая. Да, она вообще смотрится просто шикардос. Плюс еще имеет функцию защиты вашей ноги. Сами все слышали. Здесь не хватает вот такой фишки. Когда вы переключаетесь с квикшифтером, он должен так пам-пам-пам-пам-пам. И все-таки нужно вырезать этот катализатор для полного эффекта, для полного счастья, чтобы звук был настолько сочный, настолько колоритный, настолько классный. У BMW вот эта фишка с квикшифтером, она настолько изумительна. Кто-то из вас слышал, не слышал? Ну вот. Хочу вам напомнить, будьте предельно вежливы, не газуйте, вот когда дети гуляют, точнее, мамы с колясочками, дети, не пугайте людей. Иногда можно пошалить. Громкий выхлоп это круто. Мотоцикл должен быть громким, на то он и мотоцикл. А я классно кайфанул, прокатился на мотике в октябре, холодно, 6 градусов. Запилил этот видос для вас, кто досмотрел до конца. Всем огромное спасибо, всем отличного дня, отличного настроения. Всем пока-пока, бодрячком.